если морозилка плохая, она прогоркает. Ехали мы, ехали и приехали. Суровая карельская дорога. Сейчас будем разворачиваться и искать другой путь. Но следы медведя все поснимали. Медведя не видели, но вот его жизнедеятельность, вот она. Будем разворачиваться. Ну, давайте кататься. Ну, извините. Пришли на речку. Помнится, лет пять назад сюда приезжали и ничего не поймали. Поймали березов, поймали тогда форельку. Я не знаю, как ты не помнишь, но мы ходили здесь молодцы. Значит, мало поймали, раз не помню. Вот это да, наверное, вкусный был. Вот деревня тут под боком. А под боком только медведи ходят. Не поклевки? Нет, медведей поймать один можем. Только хариуса было все. У меня была поклевка и сошел, похоже, мелкий. У нас тут как бы уже и закат намечается. А рыбы как не было, так и нет. Ладно, мы не за этим приехали. Так, вот пока я прочитал, что у нас рыбы нету, кое-кто тут начинает хариусов ловить. Не, нифига, сорвался, ребят. Сорвался, ну ладно. Сорвался, сейчас этого попробуем. Ну я давай, вылавливай. Мы хотим кушать. Ладно, давайте хоть посмотрим на первую. Ну давай, да. Хариус. С почином вас. Еще не с почином. Пока я его в руках не подержу, почина еще не было. Ну, мы его запечатлели, он там маленько что-то болтается. Ой. Да-да-да, маленько, но удаленько. Маленький хариусик. Какой толстенький, ребята. Какой хорошенький. Смотрите, ай, чем отличается хариус от всех прочих рыб? Своей небесной красотой. Вот этим вот высоченным плавником. Вот. Мне даже его не показать. Слушайте, нет, он нормальненький, такой уже едомый. И действительно небесной красотой, потому что, ну, очень красивая рыба. Да. А на небе вот такие вот кресты. Или птица. Очень красиво. Ну и мошки летают, сами видите. Второй день. Но сегодня мы едем с егерем на точку. Далеко. Сколько здесь топляка, прям целый дом можно уже построить.
Ну вот, наш лов на сегодня. Неплохо так. Сколько это сантиметров? Это 25 минимум. На грамм не скажу сколько, но неплохо. Сегодня будет и уха. Все у нас будет. Иди сюда. Давай. Ой, ты красавец. О, Так, мы приехали на место. Тут идет бурное обсуждение, как мы чуть не утонули. Какой кто чипсы ел, вот этот профессор. Вот в этом домике мы будем жить 4 дня. Щучка 2 грамма на полтора, наверное. Неплохо. Thank you.